Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с топовой моделью из линейки автомобильных видеорегистраторов от компании MIO MIVU388. Итак, присмотримся к нему поближе. В данном устройстве установлен широкоугольный объектив, который обладает углом обзора в 120 градусов. В MIVU388 используется CMOS-матрица. Сенсоры такого типа используются в большинстве современных фотоаппаратов и дают меньший уровень шума при недостаточном освещении в сравнении с CCD. Также тут имеется встроенный датчик движения и датчик удара, который автоматически включает запись, что полезно, например, на парковке, если машину задели и уехали, или пытаются умышленно ее повредить. Видеорегистратор собран добротно, из качественного пластика. Стоит отметить, очень компактные его размеры и небольшой вес в 92 грамма. Крепление с присоской максимально простое, сдвижное, без защелок. Снять или же установить гаджет на него довольно легко, при этом держится он надежно. Крепление устройства позволяет с легкостью повернуть регистратор в нужном направлении. На тыльной части устройства расположен объектив и небольшой динамик. Справа находится разъем мини-USB для передачи информации и зарядки устройства и HDMI с возможностью вывода изображения, к примеру, на экран телевизора. Слева находится кнопка активации питания и разъем для карт microSD с поддержкой карт до 32 ГБ. Спереди расположен дисплей диагональю 2,4 дюйма, индикатор работы устройства и 4 функциональные клавиши. Качество изображения на дисплее хорошее и не вызывает каких-либо замечаний. Меню содержит в себе все необходимые для видеорегистратора настройки, такие как выбор разрешения съемки, запись звука, детектор движения, отображение даты и времени и прочее. В качестве дополнения в комплекте идет поляризационный фильтр, благодаря которому можно избежать паразитных бликов и засветов на видеозаписи. Съемка включается автоматически сразу после подключения устройства к электропитанию бортовой сети автомобиля, либо при активации ее пользователя. Запись производится в Full HD формате 1920 на 1080, либо в HD 1280 на 720 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Качество изображения при хорошем освещении достаточно четкое и контрастное, с насыщенной цветопередачей. При езде по ухабистым дорогам и активных стрясках устройства может быть заметно, что изображение слегка плавает, в большей степени из-за матричной стабилизации, что является недостатком большинства цифровых фотокамер. При плохом освещении или ночью видео несколько теряет четкость. Сильнее будут заметны общие шумы, но все же необходимые детали будут по-прежнему различимы. В целом же изображение, которое выдает данное устройство, заслуживает оценки отлично. Встроенный аккумулятор сможет обеспечить работу регистратору в режиме записи до 30 минут в случае отсутствия питания от прикуривателя. Также есть возможность делать фотоснимки. В комплекте с видеорегистратором идет программное обеспечение под названием MIVU Manager, позволяющее кроме просмотра видео получить дополнительные сведения, которые могут быть полезны водителю. Например, график нагрузок по трем осям, а благодаря встроенному GPS-модулю можно увидеть на картах все перемещения вашего автомобиля в любой момент записи. MIVU 388 – это весьма продуманный во всех аспектах видеорегистратор. Он выдает материал хорошего качества и обладает рядом очень полезных дополнительных функций. Если вы решили обзавестись видеорегистратором для вашего автомобиля, MIVU 388 станет хорошим выбором и надежным спутником в дороге. А на сегодня все. До свидания.